преддверии 9 мая в стенах Владивостокского государственного университета экономики и сервиса для детей, мобилизованных от 8 до 12 лет, молодая гвардия совместно с профессиональным фотографом и ВВГУ провели мастер-класс «Как нужно фотографироваться, а также как позировать на камеру». Я думаю, что в принципе будет очень весело. У нас появилась такая возможность, так скажем, ребят отвлечь от тяжелых мыслей, возможно, разбавить обстановку, так скажем. Ну, естественно, мы этим воспользовались и решили провести вот такое вот мероприятие для детей. У нас уже было похожее мероприятие, то есть мы проводили день булочек в Оксиде. Конечно, мы в дальнейшем планируем еще работать с ребятами. Вот сегодня первый раз мы пробуем с ВВГУ делать совместно, поэтому мы тоже им очень благодарны за отзывчивость и предоставление такой возможности. Как передать атмосферу и рассказать целую историю с помощью одной лишь фотографии? Участники мастер-класса научились выстраивать технику, подчеркивать на снимках красоту, которую видят глаза, но так сложно передать через камеру. За время мастер-класса ребята узнали об особенностях съемки, технические нюансы, лайфхаки и постобработки. На практической части мастер-класса слушатели отточили свои новые навыки. Разобрались с построением кадра, научились работать со светом и как правильно фотографировать человека. Все фотографии, которые были сделаны, обработаются и будут отправлены лично ребятам. Вероника Климова, Иван Петров, городские новости, Артемовский телеканал «Лента».